Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Здарова, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и зеленый ад продолжается. 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей. Мы занимаемся кузнечным делом. Интересная тема. Ты пишешь комментарии, сделай то и то, сделай так и так. Да, я читаю комментарии. А читаю, изучаю помаленьку, вне ролика изучаю, конечно, и смотрю, что да как делается. Так, ну что, у нас есть пиявки, мы продолжаем кузнечное дело. Почему-то у меня броник не был одет, я весь белый и не загорелый почему-то. У нас уже 72-й день выживания, я почему-то не загорел ни черта. 72-й, мне осталось 28 дней выживания, и проживем 100 дней в опасной... джунглях Амазонии. Так, что у нас есть? Мясо есть, а можно поесть, конечно же. Это съесть. Все наелся, все напился, мне нужна одна шишка и все. Погодите, шишка нужна. Съесть шишку. Так, ну что, делаем дальше, занимаемся кузнечным делом. Пока металл переплавляется, а нужно сделать... Так, у нас есть ножик. Так, изготовить ножик, а форма у нас тоже есть. Так, сюда форму. Форма для ножа. А ножик мы сделали. Теперь форму закидываем вот сюда. Нужно маленько подождать. Или просто форму можно просто выкинуть. Форму для ножа. А форма для стрелы. Так, изготовить. Хочу еще сделать стрелы, конечно же. Так, погоди. А я не хочу бросать металлическую стрелу. А мне нужна обычная стрела. Так, палка короткая, ее забери. Где мои обычные стрелы? Кстати, а могу сделать копье тузи... О, слушай. А, ну-ка, погоди-ка. Так, изготовить. Копье. А нет, копье не получается. Так, вот стрела. Так, стрела и... Форма для стрелы. Тоже готово. Так, ждем. Мне нужно больше печек таких, смотри. Я не успеваю делать. То есть печки не успевают делать. Я быстренько все это дело делаю, но не успевают перерабатывать. Хотя, знаешь, если пойти спать, либо пойти искать приключения, то без проблем. Пойдем делать костер. Сейчас мы сделаем костер здесь. И я надеюсь, туземцы прибегут, я испытаю свои новые стрелы. Так, все готово. Сейчас мы сделаем себе... То есть уголечки. Так, использовать. Сухой лист. Давай, надеюсь, тебе хватит энергии. Конечно, проще сбегать домой с факелом. Но я довольно опытный выживальщик. Мы сделаем вот такие мака. Все, пускай горит. Можно даже, знаешь, кинуть кусок мяса для запаха. Мне вот не жалко будет. А нет, вот такие. Кинем вот так и креветку. Вот так. Все. А будет теперь запах. И, по идее, туземцы прибегут на запах. То есть ждем гостей ночью. Но ночью я буду спать. То есть мы проморгаем всех этих гостей.
Все, погнали, погнали. Не наступать на костер, потому что будет у нас ожог. А что у нас с печками? Есть я хочу, что я хочу, кстати, есть. А, я просто спать хочу. Я есть не хочу, я хочу просто поспать. Потому что мы рано встали сегодня. Мы встали сегодня в 4 ночи. Довольно рановато встали. А этот пыхтит хорошо. А нет у нас уголечков. Кстати, угли быстро заканчиваются. Так, взять. Очень быстро угли кончаются. Так, все готово. Так, закидываем туда. Пускай пыхтит. Так, осталось буквально чуть-чуть. И закидываем наши формы. А делаем ножик, делаем стрелы еще. И будет офигенно. Так, древесный уголь пускай еще вот сюда закинем. Так, все, буквально. О, готово. А это дело забрать. Теперь форму закидываем вот сюда. Форму сюда. Теперь еще два куска мяса. Два куска мяса. Два куска металла у нас есть. Так, у нас будут еще стрелы. А железная руда у нас появилась еще. Так, пустая форма есть. А заберем форму. Тут была еще где-то форма. Уже стемнело. Сейчас поднимется луна и будет видно. Я пойду спать. Уже буквально два часика, я пойду спать уже. А форма. Что можно еще сделать? Какое есть оружие, то и можно, по идее, делать. Так, я хочу сделать топор. Сейчас у меня, по идее, будет каменный нож. Слушай, опять появился каменный нож. Я ж, по идее, сделал форму из него. Или я ошибаюсь? Так, мне нужно сделать копье, кстати. Копье. Что у нас есть тут-то? Туземное. Туземный лук. Лук. Туземный копье. А где обычно? Нет? Обычно. Так, ножики. Что по ножикам? Ножик. Каменный ножик. Есть у меня, по идее, ножик? Так, пойдем, наверное, поспим. А хотя сейчас вытащим, успеем вытащить и пойдем поспим. Пока наша будет руда перерабатываться, мы поспим. Я хочу, знаешь, реально проверить эти стрелы. Насколько они реально будут эффективны и как будет быстро убивать туземцев. Так, мясо готово? Мясо еще у нас не готово никакое. Так, костер горит. Да, горит костерчик, нужно поддерживать его. Так, у меня нету. Можно отсюда забрать все. Рыбки у нас нету. Ну что, готовится? Он готовится. Долго готовится как-то. Так, пока у нас готовится, добыть форму. О, кстати, как хорошо видно отсюда. Ой, форма вылетела куда-то. Можно форму накидать, знаешь, в одно место здесь. Вот так накидаем, наверное, формы эти. Так, заберем. Куда улетела форма моя вторая? А вот, иди сюда. Так, нужно выкинуть эти формы. Ну, процесс пошел. Процесс реально пошел добыть. Костер виден хорошо отсюда, кстати. Вон, так хорошо горит. Но пока туземцев не видно. Пока не прибегает туда. Так, формы готовы. Слушай, а сколько получается форм? По 3 штуки, что ли, получается? Довольно много. Смотри, сколько уже накидал форм. Обалденно. Так, добыть. По 3 формы с одного куска глины. Так, готово. И все. Форма готова. Закидываем. Вылетело. Закидываем новое железо. Пускай плавится. Банки, склянки. Металла, конечно, уже становится довольно мало. Так, иду. Ее сюда. Печки работают. Закидываем еще в печки. И что у нас получилось? Сейчас мы разломаем формы. У нас получилось стрелы. У нас получился ножик. Так, как сделать топорик? Я забыл, как сделать топорик. Я хочу сделать каменный топор. Топор. Как он делается? Металлическую кирку, понятно, я изучил. Форму закидываешь. Слушай, а можно сделать броник? О, слушай, интересная тема. Погоди. А где-то валялся... О, броник. Я хочу проверить, реально, можно сделать броник?
Ну-ка. Так, это дело добыть. А стрелы и ножик. Это дело добыть. Ага. Стрелы. Стрелы есть. А отливка металлического ножа есть. Слушай, можно сделать, по идее, оружие, наверное, 3. Так, изготовить. А, длинная палка нужна, смотри. Так. Это металлический ножик получается. Ножик я еще, кстати, не делал. А если мелкая палка? Мелкая нет. Мелкая не то. Тут получается кирка. Да, это кирку. Это я уже делал. Давай сделаем ножик. Металлический ножик мне тоже пригодится. У нас есть каменный нож, а я хочу сделать металлический еще. Так, это мы дело выкинем, а сейчас мы сделаем ножик себе. Так, это сюда. Ножик сюда. Сделаем все из металла. Обалденно. О, новое. Новый! А новый у нас металлический ножик 49%. Ну что, делаем дальше. У нас есть наконечники. Я хочу сделать еще топор. Железный топор. По идее, тоже делается. Из ножика. Ну-ка, забираем ножик. А, не берется. Окей, форма есть у меня? Так, форма у меня есть. Нету. Заберем форму одну. А, так, ножик сюда и... Так, еще один ножик. И проверить броник, кстати. Нужно проверить броник. Слушай, опять ножик выкинулся. А, он просто не исчезает. По идее, стрела исчезает. Да, стрела исчезает, когда я делаю форму. Так, это готово для ножа. Сюда. А, заберем новую форму. Я хочу проверить с броником. Так, изготовить. Смотри-ка. Это сюда. И... Уф! Во-во-во-во-во! Форма для брони! Обалдеть! Вот эта тема! Стойте, реально. Броник остался здесь, и я могу сделать бронь... Вот это да! Обалдеть! Слушай, это реально офигенно. Я сейчас сделаю себе реально кольчугу. Кольчугу сейчас сделаю. Слушай, друг, мне не нравится. Это дело нравится. 72-й день выживания. Я только начал заниматься этим потрясающим делом. Я спать хочу, понимаешь? Я спать хочу. Пойдем спать. Потому что... Так, это дело забрать. А, зава. Мне завы, в принципе, много не надо. Мне нужно, по идее, забрать древесный уголь. А, взять максимум. Так, забери зову еще. Нужно закидывать печку. Новую печку нужно обязательно закидывать. Не то. И растоплять ее. Так, книжка. А, давай костер. А, погоди, он просто закидывает сюда. Слушай, я забыл, как бросается все дело. Взять 3. А, перекидывается. Вспомнил. Так, можно доски. У меня где-то валялась одна доска. 3 доски и все. Где-то доска валялась одна. Или нет. А, вот доска есть. Можно просто взять ее и перетащить туда. Где она тут? Левее. О, нормальные доски. Доски зашли. Так, что? Форма у нас. Я спать хочу. Я пошел спать. Черт, уже, наверное, время час ночи. Заработался уже практически. Знаешь, прошло 24 часа практически прошло. Давай-ка поспим, наберемся сил и продолжим этим нехитрым делом заниматься. Так, у меня, кажется, там потухнет сейчас костер. Все, я, наверное, голодный уже. А костер, наверное, уже потух. Я давно сюда не приходил. Ну, хорошо. Забери древесный уголь. А, я, наверное, и пить хочу, есть хочу. Я слишком увлекся этим делом. Мне понравилось это дело, понимаешь? Поэтому я увлекся. Так, что у нас? Когда печки пыхтят? Печки, ой, почти пыхтят. Почти потухли. Успел. Интересно, они могут потушиться или нет? Так, это сюда. Давай. Так, у нас готово снизу. Забираем. А, забирай. Железную руду забираем. Мышку забрал. Так, и закидываем форму для ножа. И форму для брони. Слушай, я сейчас броник реально весь делаю. А, так, что у нас? Я есть хочу. Да, есть хочу я. Бананы. Я хочу мясо. Мясо. У нас много мяса. Уже скоро будет портиться. А, мясо. Один день. А, тут мясо испортилось. 2 дня. Так, один день. Есть.
Руки чистые, все хорошо. Подняли. О, все подняли. Так, нужно еще кусок мяса съесть. Поднять все жиры. И пару бананов. В принципе, я готов дальше выживать. У меня, правда, нету костра дома. Но, знаешь, мне костер, по идее, вообще не нужен сейчас. Вот эти реально. Мясо у меня вяленое, копченое. Воду я здесь пью пока. Пока есть тут вода. А бананы я там. Пойди, мне реально костер не нужен дома-то. Нафига его постоянно поддерживаю? Так, все работает. А все офигенно работает. А бананы скушаем. Маленько поднимем. Да, все подняли. Вода. Еще хочу воды. А, выкину, наверное, зову сюда. Много зову на брокотеле. Мышку сюда же бросим. В печку бросаем максимально угля, пускай работает активно. Так, кстати, у меня там костер горел за моим лагерем. Как там, интересно, поживает мясо? Наверное, сгорело. Туземцы не съели, наверное, мясо-то. А он, наверное, потух. Горит еще? Нет, не горит. Туземцев там нету. Где эти засранцы бегают? У меня офигенный стрел. У меня офигенная кирка и ножик появились. Я туземцев пока не вижу. Огонь у нас потух. А где он, кстати, был-то? Так, мясо не появилось. Вон, ребята, бегает. Ну-ка, опускайся. Туземцы! Я их, знаешь, привлекаю внимание, их нету и нету. Я, походу, их всех перебил уже. Никого не осталось. Так, длинную палочку заберем с собой. Но я их найду. Я все равно испытаю это оружие. Эти стрелы я все равно испытаю на каком-то существе. Обязательно. Так, палку сюда. И продолжаем закидывать печку еще. Пускай она пыхтит, работает. Так, мне кажется, пиявка появилась. Ой, где пиявка? Сейчас у меня будет броник. Уже железный броник. Реально будет кольчуга. Ух. Так, это пыхтица. Здесь у нас готово, что ли? Так, я не понял. Готово, не готово? Так, железная руда у нас, походу, кончаться скоро будет. Воу, скоро реально кончаться будет. Так, я не пойму, она готова или нет? Печка работает? А, печка потухла. Тут у нас печка не потухла. Не вижу дым. Да, дым не валит. А, нужны уголечки. Слушай, а можно с помощью факела разжечь эту печку? Наверное, у нас не получится так. А, у нас, в принципе, есть энергия. Так, использовать. Энергия есть, можно, в принципе, использовать. Да-да-да, ручками. Все пошло дело. Все дело пошло. А форму для брони. Так, она готова. Добыть. А форма уже готова. Так. И вот на форму отливка метеорической брони. И куда она? Так, можно... Погоди. Станем вот так. А теперь нужно ее сделать, по идее. Сколько всего, смотри. Два броника. А, наверное, нужна веревка. Две веревки. А палка нужна? Палка нет. Наверное, еще листья банана два штуки надо. И получится броник. Или, возможно, еще нужно металлические вот эти отливки. А сейчас, наверное, еще сделаем и будем смотреть. Так, о, доска. Доску. Доску нам сюда. Так, пока пыхтится. Так, здесь у нас пусто, что ли? Закинем. Так, пустая форма, зава. Так, обе пыхтят. Да, обе пыхтят, все хорошо. Есть не хочу, пить не хочу. Я продолжаю этим заниматься. Но я пить хочу. Слишком, знаешь, жажда мучает. Вода кончается. Вообще вода кончается, реально. Две фляги, и они практически пустые. Так, что у нас? Две отливки у нас. А, древесный уголь. У нас есть стрелы. Три стрелы можно еще сделать. Так, железо. Нам не хватает железа. Понимаешь, уже скоро закончится. Осталось здесь 5 кусков. А здесь 2 куска и все. Я хочу сделать броник хотя бы себе. На все конечности. Так, что можно еще сделать? У нас есть ножик. Нужно еще такой ножик сделать. Слушай, а куда делась моя форма? По идее, сделал броник и сделал ножик. А куда делась форма-то самая? Куда она вылетела? Или она исчезла?
черту изменять. Так, окей. А, окей, сделаем, наверное, еще один ножик. Так, изготовить. Так, руда у нас есть. У нас два куска руды есть. Так, для ножа. Нужно печку поддерживать, чтобы она всегда горела. И, наверное, сделаю еще... А, нет, не стрелы. Мы не сделаем ни стрелы, а еще сделаем броник. А броник из костей. Интересно, а есть разница из костей, либо из броненосца? Ну-ка, снимаем этот броник броненосца и пробуем из него сделать. Так, у меня руда есть. Да, последний кусок руды, а забираем. Форму. Так, изготовить. Давай броненос. А, не получается. Ну, давай костяной броник. Ой, что куда? Не понял. Так, это сюда. А ты сюда. Железная руда и броненосец. Нет, это дело не получается. Да уйди отсюда. Да, вот так, форма брони. Давай так сделаем. Так, все готово, форма. Нету места в рюкзаке. А, какое место тебе? Места нам не надо, по идее. Ждем. Все? А, да. Ножик. А, ножик готов. Ножик готов. Кидаем новую форму. Нож готов. Тут у нас будет суши. Тут пускай будут формы, а здесь пускай будет металл. Вот так сделаем, кстати. А форма для ножа у нас готовится. Тут у нас форму нужно разбить. Для ножа, кстати. Добыть. Так, есть ножик. Добыли. Хочу сделать топорик себе. А мы сделали ножик. Топорик. Что нужно для топорика? Мне нужны палки, кстати, палочки. Так, взять палочку. Взять еще одну палку. Веревка есть у нас? Веревочка есть. Так, что изготовить? Так, ножик сюда. И получается еще палка, наверное. Это кирка получается. А если взять длинную палку? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А если нам реально взять длинную палку одну? Сейчас получится что-нибудь, да у нас получится. Изучаем. Изучаем. Так. А, изготовить. Кидаем сюда ножик. А-а-а, так не работает. Жалко. О-о-о, металлическое копье. Вот это да. Давай металлическое копье. А, ну, это, наверное, обычное копье или реально такое крутое металлическое копье. Так, топор. А что можно выкинуть? Давай выкинем ртуземный лук и возьмем металлическое копье. 50%. Хм, интересно. Копья наши летают. Так, копье, 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 копье. Туземцы, вы где? Где кто-нибудь? Я хочу кого-нибудь убить. Никого нет. У меня уже реально есть кирка, копье, а ножик, остался топор. Кстати, топорик хочу сделать. Улиточки, слушай, я помню, питался улитками. Было дело, кстати, реально было дело. А, что у нас? Форма, металл, все работает, все пыхтит, работает обалденно. Так, закидываем древесный уголь, чтобы поддерживать. Хочу сейчас сделать броник, мне нужно еще сделать броник. Мы ждем, а форма для брони у меня есть. Это для ножа, наверное, там у нас броник валяется. А, есть еще парочку руды, конечно же. Стрелы, сейчас сделаем стрелы. Так, изготовить. А веревка есть у меня? А веревочка есть. А веревка, палка и два перышка. Перья нету. Ах ты, черт, вон перышки валяются. Так, нужно еще одно перышко. Не хватает одного перышка. Погнали домой, там у нас много перьев. А мясо. Что у нас мясо, что у нас с водой? Пить хочет. Хочет бананы, жры, хочет мясо, конечно же, есть. А руки грязные, пить не будем. Пить-то можно. Без проблем, да, пить можно. А, перья. Я пришел за перьями. Чтобы сделать больше. О, сколько здесь всего. Так, взять. Все, 11 перьев достаточно. Сейчас прокачаемся по максимуму и пойдем в джунгли выживать. Так, пыхтит. А все готово. Закидываем следующую партию. Пускай пыхтит. Здесь будет у нас руда. А здесь будет у нас формы. Вот так будет все дело работать. Обалденно, видишь, уже наладили процесс. Бизнес наладили уже. Работает офигенно. Так, зова. Много зовы. Форма у нас уже кончается. Нужно будет сделать новые. А тут у нас броник. Добыть. А, добыли. У нас получается 4 плитки уже. А, руда у нас идет. У меня, кстати, нету формы.
нужно делать новую форму и закидывать. А, к черту. Пускай пока у нас металл. Погоди, а почему у нас не работает? А, там есть форма уже? Там, походу, форма есть уже. Пыхтит, пыхтит, пускай пыхтит. А, зава. У нас нет завы. Так, тут мы заберем. А, закидываем новый металл. Да, у нас там форма есть. Новый металл уже там. И хочу посмотреть, что у нас с броником. Так, изготовить один кусок. Второй. А, третий кусок. Четвертый вылазит. А нет, четвертый не вылазит. Так, три куска. Дальше идет по веревке. Веревку, веревку и, наверное, палку. Нет, наверное, все-таки банановый лист нужен. А, лист, лист банана. Бананы где? Бананы, это пальмы. Мне нужны бананы. Один лист банана, и можно, наверное, сделать броник. Сейчас мы найдем бананы. Бананы вы где? Бананы, кокосы. Что у нас? Палки. Палки мы заберем, пригодятся. Кабанчики. Все бегают возле ловушек, они опущены. Так, я пришел за бананами. То есть, за листья бананов. Так, опускаю ловушку. Вон бананов сколько. Смотри-ка. Побежали мы туда. Вот бананы. Принесем, наверное, в лагерь. Потому что броник еще будем делать. О, забираем максимально и побежали домой. Сейчас мы сделаем броник. Так, забирал. Все, побежали. Где наши туземцы? Туземцы вы где? Я вас найду. Я буду вас всех убивать. Последних выживших туземцев. Которые бегают по норам. По пещерам бегают от меня. Потому что я их всех убил. У нас уже 73 день выживания. Я еще живой и уже процветаю. У меня есть бизнес. Понимаешь? Видишь, какой бизнес. А, давай-ка. Изготовить. Сейчас сделаем мы веревка. Три плитки шоколада. Железных. Так, и еще одна веревка, кажется, была. О, металлический броник. О-о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 -
Так, наверное, оденем на руки. А заберем его с собой. Не вылазит, смотри-ка. Получается, три плитки шоколада. Так, с трюм выкинем. Это сюда. Смотри, не вылазит. Сюда. Все, одеваем броник. Как раз нет на руке у меня, видишь? О! Металлический броник. Сколько процентов? 50. Маловато. Но он металлический. А, нормально. Так, это заберем. Стрелу мы тоже заберем. И будем делать дальше стрелу. Будем дальше делать броник. Нужно целых 3 плитки шоколадка железных. Это, конечно, многовато. Так, давай-ка пустую. А, и броник продолжаем делать. Потому что реально нужно его много. А, у меня нет. А нет, есть. Одна руда есть. Так, это сюда. Броник. Изготовить форму для броника. Так, готово. Форма готова. Этот мы выкинем. А, форму чуть ближе. Так, все, форма готова. Сразу в следующую закидываем. Эту мы добыть. Что у нас там получается? Что у нас? Ножик. Металлический ножик у нас есть. Я хочу сделать топор. Наконец-то сделать топорик, который пытался сделать. Так, изготовить. Что нужно для топорика? Да у меня все пусто, кстати. А если две палки? Две палки не получается. Так тоже не получается. Нет. Так, мне нужна, по идее, веревка. Все равно веревка нужна. А, кстати, уголечки. Взять. Руда кончается. Ящик практически пустой. Ну, здорово. Здорово. Главное, знаешь, сделали металлическое. Но это, по идее, конечно, будет ломаться все. Все равно это будет ломаться. А, так, закидываем. Так, наверное, есть хочу. Маленько все упало у меня, потому что занимаюсь чисто кузнечным делом. Сейчас мы сделаем реально весь броник. Кольчугу мы сделаем. Руки, ноги, голова, все будет у меня железное. Так, что, срач конкретный полнейший. Нам осталось выживать 27 дней, я еще живой, пытаюсь изучать. Видишь, изучаем. У нас есть уже копье. Кирка. Конечно же, лук не сделать железный. Но где туземцы? Я хочу реально проверить на туземцах металлические уже стрелы. Потому что они... Так, хорошо. А мне нужны веревки. Мне нужны веревки сделать стрелы. Потому что перья взял, а у меня нет веревок. Так, возьмем, наверное, копье. Там, кажется, кто-то висит.
Да-да-да, висят ребятишки. И ребятишки висят. А, мясо можно, по идее, взять. Придется их убивать. Так, я пришел за веревкой. Много веревок. 10 штук сразу нахватаем. Мясо заберем и побежим домой. Так, 4 куска. 4 куска мяса есть. Так, 6. Ну где вот туземцы-то? Туземцы там, туземцы сямы. Когда нужны, нету, понимаешь, что реально. Закон подлости. Так, все, 10 штук, побежали обратно. Забираем это мясо. Знаешь, пускай живой висит. Развлекается. Я сберу мертвого. Так будет, знаешь, по-человечески. Это как-то живой его резать как-то неохота. А если же мертвый, я его заберу, и все намного проще. Душевным планом проще. Все, побежали. Бегать я еще могу. А печку нужно. Печки пускай пыхтят. Нужно смотреть за ними и закидывать новый свежий металл. Расплавить металл можно сразу же буквально весь. Так, есть у меня уголечек. Последний уголечек. Так, мясо у нас есть. Пойдем-ка сбегаем. С мяском мы разберемся. Нет, крокодила я не вижу. Так, бананов нету. А разберемся с мяском, куда закинуть мясо. А что там? Что у нас? Я хочу пить. Я хочу один кусок мяса съесть. А копченое. Один день. Съесть. Грязные руки ем. Все как положено. Все как и надо. Так, мясо уже готово. Мясо я забираю. Ой, сколько бананов-то. Съесть бананы. Да-да, бананы еще. Так, мясо сюда. Это мясо сюда. Куда? Куда мясо? Свежее мяско будет готово. Так, это сюда. 45 килограмм. Все, готово. А нет, есть еще место. Место есть еще. Последний кусок, и это сюда. Так, все, свежее мясо положили. Пускай у нас готовится. Мясо вернем. Куда можно положить-то? Свежее. Мяса реально много. Погоди, мяса не хватает. Так, это мы уберем. Уничтожить. Можно, по идее, добыть личинки. Они пригодятся для рыбалки, кстати. Я еще не занимался ни разу рыбалкой за эти дни. Я занимался постройкой. Добыть личинки. 5 штучек сразу, здорово. Ой, мясо вводилось сразу же. Так, мясо хочу есть, нет? Не, мясо не хочу. Я хочу пить. Нет, в принципе, я хочу кусок мяса жирный. Жирный есть кусок мяса? Во, съесть. О, ой, не-не-не-не-не-не, нажрался. Опять появился у меня веселый друг. Ты знаешь где? Напиши в комментах, если знаешь где. В желудке опять. Опять я ем грязными руками. Я, конечно, рел на свой риск и страх. А грибочки... Ой, грибочки есть. Смотри, грибочки. Съесть. Ага. Погоди. Как так? Я опять ем грязными руками. И... Нужно руки помыть, пойти. Сейчас помоем руки и съедим этим грибочек. Я их заберу, наверное, эти грибочки себе. Кстати, остался последний. Как раз один паразит и один грибок остался. Так, печки пыхтят, а заберем руду и закинем свежую партию. Так, пускаем. Так, открывается хранилище. Осталось, знаешь, чуть-чуть буквально металла-то. Нужно будет пойти добывать. Так, броник, у нас есть броник. Пойдем руки мыть и грибочек нужно съесть. Потому что от червя в желудке у нас сильно хочет пить. Так, где грибочек этот? Вот он. Один единственный. О, видишь, как здорово. Минус паразит. Паразиты. Так, у нас броник есть, а руда перерабатывается. А угля у нас много. Что у нас есть еще? Пить хочу, да. От этих пиявок, которые внутри ползают меня, я хочу пить. Чистая вода. Все, последняя вода. Выпивает все последнее, как говорится. Я еще хочу пить. Я пить хочу. Выпили. У меня есть кокосы, кстати. Там тоже есть вода. Но жалко, конечно, кокосики, знаешь. Тут только углеводы, здесь нет воды.
Так, окей, рыбок нет у нас, а печка пыхтит. У нас есть еще пустые. Так, у нас броник. Добыть. Теперь у нас есть еще три. Да, еще можно сделать еще один броник. Можно сделать прямо сейчас. Только нужны веревки. О, веревок только у меня много. Так, а изготовить. Накидываем две веревки. Две веревки и накидываем три пластины. Так, все, готов броник. Сейчас будем одевать на вторую руку. Так, давай-ка сбросим его вот сюда. Ага. А выкинем, черту, эти кости сюда. Полный срач. Не буду, знаешь, наводить порядок, мой друг. Не буду тратить времени. Твое. Потому что 100 дней еще хочется, знаешь, порыбачить. Еще хочется сходить в другое место, райское место, где нету туземцев. Вообще нет туземцев. Там реально обалденно. А давай-ка смотреть, что у нас по бронику. Снимаем броник с правой руки. Он практически уже сломан. И одеваем металлический. Уже 56%. А было, смотри, 50. На 6% повысилось. Реально здорово. Но для броника надо сделать аж две формы. Это, конечно же, много. А что у меня осталось? 4 банки, вот и все. И металла больше нету. Нужно идти добывать. Вот у нас есть еще один кусок. И все. Я хочу сделать стрелы еще. Потому что стрелы нужны. Так, а что получается? А, не, погоди, у нас стрелы есть уже. Мне нужны палочки, веревки, перья. Я все нахватал уже, да? Добыть. Сейчас мы сделаем стрелы еще. Пока у нас... Печка пока пыхтит еще. Печка пыхтит, пускай пыхтит. А веревка. Наконечники. И перья. А, погоди, еще же палочка. Забыл про палку. Так, стрела готова. Будет у нас 6 стрел. И, конечно же, хочется сходить на охоту уже в следующем ролике. Так, где еще один наконечник? Так, вот он. Посмотреть, а насколько она эффективна будет. Ну, конечно, против туземцев намного будет приятнее посмотреть. Потому что туземцы не убегут с моими стрелами. А в отличие от диких животных, которые, ну, втыкая стрелы, они убегут куда-нибудь. Так, все, у нас есть 6 стрел. Обалдеть, 6 стрел. А есть кусок руды еще. Тут у нас перерабатывается. Так, нужно сделать еще броник. Еще нужно сделать две отливки. И будет на ноги броник. Так, делаем. А есть у меня всего лишь один кусок. Так, это сюда. И найти броник нужно. Так, зад. Вот броник. Так, форма для брони. Ага, готово. Так, форму ближе сюда, чтобы она не потерялась. Ближе сюда. Не потерялась. Так, уже стемнело. Что у нас по еде? Хочу пить и все. Вот хочет пить и все, хоть убей его. А, окей. Идем, наверное. Так, это отсюда выкинь. А, идем, наверное, флягу набирать. Она у нас пустая. Фляжку набирать и, наверное, будем выливать воду туда, чтобы она проходила всю фильтрацию. Смотри-ка. Закинем. О, здесь нужно будет 3 фляги целых. О, обалдеть. Целых 3 фляги. И будет у нас полная чашка воды. Все, нужно, конечно, время. Бегать вот сюда. Нужна энергия. Все, пускай фильтруется. Еще, наверное, раз бегаю. В принципе, это недолго делается. И у нас воды хватит, наверное, на сутки. Без проблем. О, все, вода пошла. Все чудесно. Поднимается луна. Мы занимаемся кузнечным делом. Так, а практически готово. У нас будет еще. Будет. Погоди, что у нас по еде? Бананы я не хочу. Они портятся, не портятся. А, еще 2 дня. Нормально. А мясо? Мяса у нас тут нету. Мясо у нас там только есть. Стрелы есть. У меня есть ножик, кстати. Нужно что-то еще с ним сделать. Ножик. Так, палка. Веревка. Это кирка получается. А если 2 веревки? Нет, ничего не получается. 2 палки. Нет, ничего не получается. Мелкая палка. Нет, тоже не получается. Так, я не хочу кирку. Я хочу, ну-ка, если так сделать. Так, ну веревка точно нужна. Веревка точно нужна. Так,
Это ножик получается. Ничего не получится. Мы сделали копье, я хочу сделать топор. Топор. Так, а ручная дрель? Нет, не то. Так, мелкую палку мы берем. Так, у нас получается из этого ножика ничего не получится. Так, окей, пока делаем. Потом нужно все дело, конечно, изучать уже и смотреть, что получится дальше. Так, все готово. А руду мы забираем. Закидываем, наверное, одну форму. А в другую закинем руду, друзья. И будем заканчивать уже на этой ноте. Уже будем продолжать. А на следующих роликах смотреть, что можно сделать еще. И, конечно же, будем испытывать это оружие. Насколько оно эффективно, насколько будет быстро падать аборигены, туземцы, наши крокодилы. И, конечно же, увидимся в новых роликах. Спасибо, что смотрели до конца. Спасибо, всем удачи и всем пока.